Привет, пацаны! Вы находитесь на канале Doki Style, и это игра Farming Simulator 2019. В общем, перед записью я тут в офлайне все-таки чуть-чуть побегал, чтобы, ну, ускорил время, как вы видите, оно сейчас сильно ускорено, чтобы появилась первая пшеница, и мы наконец-то смогли довести наших коров до 100% производства. Ну, на полную катушку, чтобы они у нас молоко давали, там, размножались. Все, я думаю, пора подгонять комбайн, пока пускай там дальше досеивает трактор. Один трактор досеивает, один трактор удобряет, все это дело сразу за ним. Но понял я еще одно, что нужно покупать третий трактор, потому что на два это, ну, очень мало. Прям катастрофически мало. Так, проехать бы. Сейчас подгоняем комбайн, я думаю, как раз созреет, замедлим время. И пусть, да, все, этот, пусть косит пшеницу. Пшеницу будем отвозить на склад, а нам нужна именно солома в данный момент. Сразу идем покупаем трактор, берем тюковщик и прессуем, превращаем в тюки нашу соломку. А дальше уже пойдем превращать ее в подстилку и моносмесь. Ну, короче, сегодня занимаемся полностью коровами, доводим до 100%. А дальше серия кончится. Будет видно. Так, мои трактора там столкнулись, я понял. Сейчас я сложу пока обрыскиватель свой. Он мне пока не нужен, пусть досеивает мое поле, а то мы один край уже косим, второй... Можно замедлять время этого клочка, думаю, нам пока хватит, тут много выйдет и так тюков. Так, опрыскиватель оставляем здесь, время замедляем, чтобы по темноте не работать, потому что записывать в темноте никому не будет интересно, это 100%. Все, запускаем. А, надо для начала нужно выключить отделитель соломы. Понятно, включить отделение соломы Б. Аккуратно подъеду, чтобы с самого начала. В принципе, все, пусть разворачивает комбайн. Ей должно. Вот, солома должна отделяться. Мы посмотрим сейчас. Надеюсь, все пойдет по плану. Все, все классно. Классно, красиво, прекрасно, замечательно. Нужна известь. О, тут придется на все это дело пахать и удобрять известью. Ну вот, уже интереснее пошло. Блин, а почему так много соломы, кстати? Ну ладно. Этот трактор с удобрением пусть остается. Идем в магазин, покупаем мой любимый трактор. Средние трактора. И тут GBL-ка была. У него хорошая скорость. Да и сам он такой тракторенок устойчивый. Колеса. Обычный, наверное, возьму бруклер, стандарт, широкие шины. Нет, точно не узкий, стандартный. Возьмем крепление фронтальное. Ну, на всякий случай поставим, мало ли. Сейчас, кстати, проверим, что у нас по коровам. А, коровы у нас, производство 65%. У них нету соломы. И у них нет моносмеси. Ну, блин, да, нам и травы много придется брать. Так, телепортируемся в наш... Все, вот наш новый трактор, подцепляем пресс, тюковщик, точнее, как он здесь называется, это, я не знаю, пресс-подборщик, он в жизни называется. Хороший трактор, очень быстро ездит, мне очень нравится. Правда, цвет на... под цвет тюковщика, ну, без разницы, в общем. Сейчас мы много делать, наверное, не будем, ну, чтоб это, на это неинтересно смотреть. Сделаю, я не знаю, десяток, может, чуть больше. Ну, или на полный прицеп сделать. Так, люди здесь не настоящие, не обращайте внимания, что я их давлю. Это моя база, нечего здесь ходить. Так, разворачиваем на ходу. Комбайн, думаю, будет успевать. Техника пошла в поле. Вот мне рук не хватает рабочих, конечно, чтобы все это автоматизировать. Так, запускаем, опускаем. Понеслась. Да, вот скоро известью буду это поле удобрять. Но уже на следующем урожае. Да, быстро. Смотрите, как быстро наполняется. А, это первый еще сеном вышел тюк. Сено, которое осталось внутри тюковальщика. Медленно почему-то идет. 9 км в час. Почему? Не знаю, он так медленно ходит. Но наполняется вполне себе быстро. Даже половину поля не засеяли. У нас такое огромное поле. Еще нужно, кстати, одно поле поменьше взять бы и засеять травой. А поблизости здесь нет, наверное, поля поменьше, да? Сейчас посмотрим. Вот это поле взять
Ну, тоже оно большое какое-то. А какое же поле можно засеять? Девятое хорошо. Ну, добывайте, наверное, третье, потом возьмем, а выбора больше нету. Засеять под траву, чтобы для хозяйства, для лошадей, там, для коров, для всех нужна трава. А, комбайн какой. Рассельмаш. Не хватает тракторов только российских. КамАЗ уже есть, все, КамАЗ отлично. Вы видели, думаю, прошлую серию, кто не видел, обязательно посмотрите на моем канале, там про русские моды, Урал, КамАЗ, ВАЗ-2112, ну, из всех этих модов мне больше всего понравилось, кстати, КамАЗ, КамАЗ классный, реально. КамАЗ рекомендую, прям, очень интересная техника. Так, раз, два, три, четвертый на подходе, пятый. Пять тюков уже есть, ну давайте в ту сторону дойдем и хватит, я так думаю. Сильно не будем в это... О, там вниз с горки 20 км в час. Нет, если этому трактору тяжело тянуть тюковщик? Серьезно? Офигеть, не думал я. Уже заполнен бункер. Ой-ой-ой, видите, как мне тут тяжело одними руками. Ну, нужны помощники, обязательно нужны помощники. Тяжело идет этот трактор, а почему, я понять не могу. Блин, для него какой же трактор нужен, чтобы его тягал? Так, включил я, короче, автоскорость, я не знаю. Да, и зерна мы здесь с этого поля, наверное, хорошо возьмем. Надо будет еще с пшеничкой покататься, куда ее сдавать. Ну, мы заведем свиней, а там пшеница уходит тоже. Будь здоров. В добрый путь, так сказать. Блин, жалко, что я не могу на Мита поставить, чтобы он здесь еще занимался этими тюками. Потому что мне нужно будет отцепить. Тюковщик, поехать за прицепом. Тюки идут просто один за одним. Много очень соломы. Я даже не знаю, нужно мне столько много или не нужно. Ну, она хуже не будет. Можно, в принципе, все затюковать, да. Пусть лежит, мне хватит здесь, я не знаю, вырастить очень много животных. Вот, кстати, как? Играете еще в ферму, не надоело вам? Я вот катаю, но мне больше интереснее там моды смотреть новые. Я вот, честно, жду там тракторов российских, всяких таких популярных. И этого. Ну, какой-нибудь газон, ЗИЛ, что-нибудь такое, наподобие. Тогда вообще полный. Ну и карту. И хотелось бы увидеть что-то наподобие Дары Кавказа, ну или что-то похожее, потому что эта карта очень... недоделано, так сказать. Тут пункты приема, ни одного обозначения на карте нету. Тяжело идет так этот трактор, я что-то о нем не думал. Так, Б, и выгружаем тюки. Все, тюки выгружены. Закрываем, сворачиваем. Оставляем тюковщик здесь, потому что ему тоже много тюковать. Отцепляем, едем за прицепом. Нам нужно придумать, где склад оставить. Где же склад придумать-то, а, с тюками? Будем пока где-нибудь под забором там ставить. Вот много силоса у нас еще осталось. С прошлого раза силос нам пригодится. Нам еще трава будет нужна очень сильно. Сейчас я выгружу это все дело. Где-нибудь под заборчик, наверное. Я не знаю, может мне купить... Ну, хотя нет, пока не буду ничего покупать, тоже денег... Неизвестно, что здесь заработком будет на этой карте. Так. Где-нибудь прямо вот так вот запаркуемся. Пойдет. Стоит. Нет, 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 нет. Остановись. Так, я все сломал. Ну а как же? Я вам уже говорил, добро пожаловать на канал. Коровы мукают. А у них вода хоть есть, мне вот интересно? Да, воды у них очень много. Ой, случайно вышел. Сейчас забираем солому. И все, они мукать перестанут. Подстилку, потому что у них подстилки нету, наверное. Поэтому у них и мусора там много. Сейчас собираю хотя бы один прицепчик. Со всем остальным, ну, с зерном я уже буду потом заниматься. Сам, наверное, вам на это смотреть не имеет смысла. Все прекрасно знают. Так, теперь это еще долго. Прицеп. Вот бы еще автоподбор был там какой-нибудь.
Тоже таких модов еще нет. Ждем, ждем, ждем моды. Поэтому многие до сих пор 17-ю фирму играют, хотя здесь графика покрасивее, как по мне. 17-я тоже неплохая, но она сейчас выигрывает тем, что на нее модов очень много. Модов, да, на нее огромное количество. Всякие там автоподбор дерева, подбор тюков, всего есть. Чего очень не хватает в 19-й ферме. Ну, все сделают еще, все впереди. Игра вышла только, я не знаю, месяц. Около месяца. И месяца даже, наверное, нету. Не так давно она вышла. Хотелось бы стрим, но, блин, интернет все. Не хочет со мной сотрудничать. А так бы, да, классно было. Вы помогали там на стриме. Советы, может, какие давали. Какие игры? Пиши в комментариях, какие игры ты играешь вообще, может. Кроме фермы. Я ж так полагал. Меня просто, я не знаю, почему-то зашла на канале фермы. Много людей по ферме подписываются. И, ну, с видосов по ферме именно. Актив нормальный, там просмотров много. А по Car Mechanic Simulator... Блин, тут какая-то плохая это, я буксую. В чем дело? Вот, к чему это. А по Car Mechanic Simulator вообще почему-то не хотят... Ну, не то, что там подписываться, даже смотреть не хотят. У меня на видосе... который вышел раньше, чем последний по ферме, допустим. Ну, вообще, там 10 просмотров не набирается. Я вчера заметил, что видосы еще не выдаются в рекомендованных, потому что я со второго канала зашел, чекнул, а их не выдается. Но это полбеды. YouTube, да, бывает лагает, но... Все равно. Почему-то не заходят серии по Car Mechanic Simulator. Пока, наверное, придется на канале его отложить. Но один фермер симулятор выпускать тоже не хочется. Поэтому напишите в комментариях, какие игры вы играете. Может, мне тоже станет интересно. Стратегию тоже как ролик выпускать интересно, про которую я говорил. Evil Genius. А вот если б стрим, да, другое дело. Ну, блин, я же говорю. Все упирается в мой интернет. Хочется ж хорошего качества. Вебочку включить. Чтоб вы мои наглые глаза видели. Так. Теперь поедем в магазин. Все, здесь есть. Выгружаем. Уезжаем. Складываем. Прицеп сейчас отцеплю где-нибудь здесь поблизости. И давайте определимся, что нам нужно. Нужен, во-первых, выдуватель соломы. Придется ехать за этим, наверное. Цепляем, да, сейчас перецепляем все это дело. Ой. Возьмем вот этот страшный и некрасивый трактор. Который маленький. Ну вы поняли. Урод этот. Можно на него, конечно, перецепить вилы, но. Ну нет. Цепляю навеску. Отъезжаю. Техника начинает собираться, техники уже нормальное такое количество. Но мне больше всего вот этот желтенький нравится, но даже ему мощности не хватает, вы видели на подъемах там выезжать. Все, классно. Едем в магазин и покупаем выдуватель соломы. Придется отцеплять виллы там, потому что будут свои виллы. Выдуватель, делаем подстилку и еще... Что мне еще нужно? А, мешалка, которая превращает в моносмесь. Да, и ее сразу возьмем, наверное, оттянем. Вот эти вот виллы для поддонов нам где-то отцепить нужно аккуратненько. А где бы их оставить здесь на базе? Давайте куда-нибудь сюда их отвезем с краю, вот, чтобы место не занимать. И вот здесь я их поставлю. Вот тут вот. Пусть валяются. Я не знаю, мне вообще, наверное, теперь не понадобится. Так, идем в магазин. Животные. Раздуватель соломы, а в чем разница? Возьмем этот пока. Я думаю, заработает, не заработает, вернем. Это выдуватель был соломы. И подстилка не то. Моносмесь, машина для моносмеси. А в чем разница? Тут объем больше, тут меньше, тут больше, тут меньше. Ну этот возьмем. Че нам? Не так жалко. Я же надеюсь, у меня этот мой тракторенок дотянет это все хотя бы до коровника. Сейчас проверим. Я вот долго с вот этой вот машиной мучился. Ну, блин, может, кстати, и не дотянуть.
А походу так и будет. Ага, он не тянет ее. Так, заходим в гараж, продаем этот выдуватель. Гараж. Где он, мой выдуватель соломы? Это он, да? Продать виллу для тюков. А теперь купим другой. Животное. Вот этот купим дешевле. Может, он будет работать? Или все-таки придется мне покупать что-то другое? Не, по идее, тут должно все заработать. Но какой-то маленький, некрасивый. Как ему цепляться, я не пойму. Отсюда. Не цепляет. Может, отдельно виллы надо было для дикого купить? Блин, а как же поступить нам с ним? Может, с этой стороны? Нет. Ладно, значит, на фронтальный погрузчик это все дело не ставится. Поступаем следующим образом. Кардинально меняем. Виллы для палет продаем. Кун, фронтальный погрузчик продаем. Эту ерунду продаем. Виллы для тюков продаем. Так, что еще остается? Сам этот... Это он, по идее. Сам этот трактор продаем. Финдит. Так, все. Покупаем погрузчик. Телескопический, телескопический. Возьму вот этот мой любимый, кажется. Бренд колес. Ну, колес не знаю, смысла нету. Ну, покупаем. И покупаем теперь самую первую штуку, которую мы брали животные. Вот этот выдуватель. А, их тут несколько было. Блин, ну сорян, это мой фейл. Наверное, можно было какой-то и купить. Ладно, покупаем этот. Я что-то не заметил, я думал, их два всего, их три аж оказывается. Ну, фронтальный нам не помешает. Фронтальный это хорошая вещь. В любом случае, он лучше, чем тот наш недотрактор был. Так, поднимаем, все отлично. Теперь он выворачивает на месте причем. Фронтальный хороший. Нам он пригодится, в любом случае. Мы для него еще ковш купим. Все, поехали, оттягиваем все это дело. Но он, наверное, не будет работать как... ну, вал отбора мощности здесь не включается на фронтальном. Сейчас будем тестить. Так сказать. Мощности у него хватает, конечно, тянуть. А я сейчас проверю даже, стойте. Так, ой, мой косяк. Косячок упорол. Серию, наверное, затягиваю, да, друзья? Но сегодня, да, сегодня получается какая-то очень такая длинноватая серия. Так, включить прицеп-мешалка. Могу включить, странно. И ладно, могу включить, хорошо. Выдуватель соломы аж, наверное, там нужно будет делать. А соломы много понадобится. Так, мусор. Сейчас мы... Ой-ой-ой. Стопэ. Аккуратно загоняем. Мусор этот нужно будет убирать потом. Отцепляем. Теперь делаем следующим образом. Если вы еще не занимались никогда животноводством, так сказать, в этой игре, то показываю. Можете записывать, снимать на видео, ставить лайки, подписываться на канал. Ну и все в этом роде. Не то. Все, вот так вот виллы остаются у меня. Идем цепляем один тюк соломой. Не там я их разгрузил, но ничего. Можно и съездить тут недалеко, тем более фронтальный хорошо ездит. Блин, только сверху как-то поднимать. Вот, кстати, трактором бы мы, наверное, не подняли. Как бы их не завалить теперь. Вот так, аккуратненько подъезжаем. Ювелирная работа, между прочим. Что не сделаешь только? Аккуратно. И назад. Все, я же говорил. Ой, не так. Так, вот опускаем. Все, чтобы не перевернуло.
Видали, как аккуратно могу? Так могу только я и Чак Норрис. Все, больше никто так не может. И то я не знаю, Чак Норрис может вообще или не может. Ох, аккуратно теперь это все ой-ой-ой, проскочил. Ну, вы знали, куда заходили, мужики, так что... Никаких вопросов нет. Сейчас, блин, вы серьезно? Мне уже стыдно начинает становиться. Мне просто нужно положить этот тюк вот в эту вот хрень. Я тут, кстати, на днях завис в GTA-шку, но... С ее рассинхронами у нее, конечно, отпадает желание. Так, все аккуратно, тюк на месте. Теперь надо подцепиться назад и включить это. Этот выдуватель, так сказать. Подъезжаем, как положено. Оп, выдуваем. Все работает, видите, как это все обустроено здесь. Можно ниже, можно выше. 3000 стоит, это ерунда. Блин, ну фронтальный приходится покупать. Там есть, конечно, к трактору, к обычному, через вал отбора мощности. Можно по-другому это все сделать для подстилки для коров. Ну, мы же вроде по дешману все делаем. Сколько там, кстати, я не знаю, тюков, наверное, много привозить-то надо. Много делать не будем. Сейчас попробую намешать силоса, но мне нужна трава. Блин, травы нету. Травы можно купить в магазине, тюк травы. И привезти. Все, кончилось. Отцепляем, вилы оставляем. Показываю. Кстати, по поводу подстилки. Вот видишь, уже 75%. Соломы, да, соломы много. Тут пару тюков, все, будет полная. Моносмесь. Моносмесь мешаем. Насколько я знаю, там трава, солома, силос. Сейчас мы это все по одному засунем. А, хотя моносмесь, эффективность. А как моносмесь мешается? Я, блин, от этого не помню. В каких пропорциях нужно ее? Оп. Сейчас подцеплю. Нормально даже в этих фольге подбираются этими вилами. Блин, придется в магазин все-таки за тюком ехать. Сено, сено. А сено, кстати, оставалось на поле, один тюк. Так, есть. Начало мешать. Само начало причем мешать. А выгружать, наверное, не будет. Ладно, едем еще солому, берем один тюк. И поедем на поле, съездим за травой. Вытягиваем. Ювелирно подбираем. Назад. Задвигаем. Все. Ну, сейчас уже красивее получается. Выгружаем. И едем за сеном. Ну, сена, я не знаю, должно хватить вообще. А там... Бог его знает. Должна, по идее, после моносмеси вот этой, то вообще производство подняться там на сотню процентов. Но это не точно, опять же. Точно, что не точно. Что там, наш трактор не досеял? Или досеял уже? Не вижу его на карте. Так, ты не упадешь? Не должен вроде упасть. А трактор, наверное, все поле досеял. Серия не досеял. Это я сильно, значит, затянул. Прям очень. Что у меня поле все досеялось. Долго будет видео заливаться на YouTube с моим интернетом. Ой, 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 ой. Хоть бы не засчиталось, что я просто сено привез. Вот этого нам не надо. Блин, как его поддеть теперь? Так, поддел. Все вроде. Не знаю я насчет этого погрузчика, ну по идее должно сработать. Подцепляемся. Ага, процент пропорции, а чего там пропорции? Еще сила сможет надо. Фураж.
Ну давайте еще один сила закинем. Даже два взялось, ничего себе. Два закинем, что нам не жалко. Ага, один выпал. Сколько, кстати, молока, интересно, мои коровы уже принесли мне. Так, а куда засчиталось? Я мимо попал, походу. По-моему, не в корыто я в свое попал. 4000 аж. 4000 тонн в одном тюке, насколько я понимаю. Литром в чем здесь измерение? Ах, такс. Чего-то не хватает. По-моему, все-таки травы не хватает. Фураж. Почему фураж идет? Я ничего не понимаю. Трава нужна, что ли? Блин, давайте купим траву. Покупаю. Так, где мешок извести? Не нужен на бока. Это тоже не нужно. Тюки, тюки, тюки. Сено. Круглый тюк сена. Круглый довезем. Один, один хватит пока одного. Потому что возить вилами, это, конечно, такое себе удовольствие. Но сейчас, если не сработает, мужики, я прям не знаю, где-то я зафейлил. Мне кажется. Почему превращается в фураж? Но, может, соломы добавить? Ладно, сейчас разберемся. Сейчас я привожу, короче, этот тюк. Сколько там по времени, интересно уже. Ну ничего, кому интересно, тот досмотрит. Блин, да. Сельское хозяйство, это, конечно, сложновато, сложновато выходит. В прицеп не буду грузить, я так на вилах довезу его тогда. Оп. Оп. Все, хорошие вилы подцепляют. По идее, не должно спадать с них ничего. Ну а там как получится. Давайте через правый по дороге прям пролетим быстро очень. Хороший погрузчик, хороший, рекомендую. Скорость хорошая, рулится прекрасно. Низенький, красивенький. Людей даже не давит, видите? Сигнал есть. Где там? Вот такой вот сигнал. Блин, неужели сейчас моносмесь даже не получится? Но я все-таки грешу на то, что сена было мало, и тот дюк как бы забагованный, он же вышел после соломы там, ну, вы поняли. Я думаю, вы поняли, мужики. Раз. Все, добавилось, да? Добавилось. Проезжаем, цепляем. Да опустись ты уже. Хуже управляется, когда стрела поднята вверх. Фураж. Блин, опять фураж. Ну ладно, соломки добавим, докинем. Какое же там соотношение должно быть-то? Я уже три тюка сюда выгружаю, да? А, нет, один тюк ушел на подстилку. Два сюда. Ну, выгружайся же ты, а. Так, по идее, полно уже. Полно здесь. Перемешивать будем, не будем, я не знаю. Фураж. Все, фураж. И видите, красное чего-то, чего-то красное. А чего это? Трава, наверное, все-таки. Ну ладно, начнем разгрузку и смотрим, как там будет все это дело. Запаса корма, полной кормушки хватает на 10 дней. Полная кормушка? Сено, сила, стала моносмесь. Моносмеси нету. Блин. Сложно, сложно, если честно. Так, ну ладно, хватит мешать. Значит, нужно что-то другое. Нужно или силос добавлять, или силос не в тюках. Пробовать...
Ну, сила с места нету, надо куда-то разгрузить его. Ну ладно, мужики. Это я уже буду заниматься в офлайне, разберусь тогда, а вам уже покажу. Коровки наши пасутся. Подстилки мало пока. Вот наши тюки. Одни я, конечно, завалил. Но ничего. Ладно, мужики, всем спасибо за просмотр. Всем пока.